объединенные пивоварни Вацлава, две частные пивоварни, находящиеся в городах Асбест и Североуральск. Мы варим пиво по настоящим чешским технологиям. Благодаря современному автоматизированному оборудованию и команде профессионалов получается живой продукт – пиво ручной работы. Компания «Агроном Грядкин» – производитель свежих очищенных овощей в индивидуальной вакуумной упаковке. На предприятии установлено современное европейское оборудование, на котором производится тщательная мойка, чистка и оперативная упаковка готовой продукции. Компания поставляет продукцию в кафе, рестораны, фудкорты, детские сады и в образовательные учреждения. Первая рыбная мануфактура – это производство рыбных полуфабрикатов по классическим технологиям. На сегодняшний день мы выпускаем замороженные рыбные полуфабрикаты, соленую и копченую рыбу, рыбные снеки и салаты из морской капусты. Наше преимущество – это свежее сырье.